А сейчас, дорогие друзья, может быть, на сцене людей и поубавится, но шоу будет не менее ярким, поскольку у нас следующая поднаминация – ансамбль. И открывает эту номинацию психолого-педагогический факультет. Встречайте! Это были девушки-звезды психолого-педагогического факультета. А мы спешим встретить ансамбль естественно-географического факультета. Хотим вам подарить своей песне хорошее, замечательное настроение. Оранжевое настроение. Наша песня так и называется. Оранжевое настроение! Кефира полбатона, бутылка кефира полбатона. А я сегодня дома, а я сегодня дома, а я сегодня дома один. А с утра я почитаю газету и, может быть, сгоняю в кино. И в общем все равно, и в общем все равно. И
общем все равно какое. А потом, стоя на балконе, я буду смотреть на прохожих, на девчонок, на девчонок, на весенних девчонок и немного на парней. А потом, проходя мимо зеркала, я скажу, а что не так уж я и страшен, я даже немного. Я даже немного, я даже немного ничего. О-о-о-о. А я похож на новый карус, а у меня такая же улыбка, и как у него, и как у него. Оранжевое настроение. Кефир я добью ровно в 10, а батон я доем чуть пораньше. И перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама, да чего хорошо. Бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона, бутылка кефира полбатона. Оранжевое солнце, оранжевое небо, небо, оранжевая мама, мама, оранжевый верблюд, оранжевые песни, оранжево поет. Дорогие друзья, бутылка кефира и полбатона – это все, что нужно настоящему нормальному студенту. Такую диету советует нам факультет естественно-географический. Вы знаете, даже в наше мирное время ко мне за кулисами подошел военный корреспондент и сообщил мне о том, что сейчас будет песенка военного корреспондента факультет иностранных языков. Нет такого места, где бы не скитались мы были. Слейка из блокнота, мото из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без блока, товарищ, песню не заваришь, так давай за дружеским столом. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Выпить есть нам повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нашим покачуйте, с нашим поночуйте, с нашим повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжают города. Выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой.
дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. Мужчин в военной форме. Тем более, если они будут признаваться тебе в любви на всех языках мира. Это были военные корреспонденты факультета иностранных языков.